поводом сегодняшней пресс-конференции послужило то, что мы завершили работы по монтажу систем видеонаблюдения в школах города Серова и всего Северного управленческого округа. Это большая работа. Мы традиционно делаем ее по всей России в рамках общегосударственного контракта, но я думаю, что журналистам Серова больше интересно, как дела обстоят именно в Серове. В этом году мы построили в две школы города Серова волоконно-оптические линии связи. Это позволило этим школам показывать видеотрансляцию в режиме онлайн с более высокими скоростями и с большей надежностью. Трансляции с ЕГЭ предъявляются очень высокие требования по безостановочности, по уверенности трансляции. У нас работает много бригад техподдержки для того, чтобы в крайне сжатые сроки восстанавливать видеотрансляцию. Это вплоть до того, что по прошлому году было, что при отсутствии трансляции могут быть признаны экзамены недействительными. Мы понимаем эту ответственность и делаем все, строим новые сети, чтобы надежность повышалась. Вот чисто цифры по Серову, то есть всего видеотрансляция обеспечена по четырем школам города Серова. Это 20-я школа Ленина 167, в этом году туда построен ВОЛС. 22-я школа, где мы находимся, в этом году и буквально сегодня завершены работы по строительству ВОЛС, по перемонтажу СКС, это сеть внутри школы. Кроме того, в прошлом году оптика была проведена в 27-ю школу Ленина 185. В этом году она тоже будет работать в режиме онлайн. Там 11 ПАК, то есть 10 кабинетов оборудованы по 2 камеры в каждой и пункт общий. Кроме того, в этом году включена еще одна школа, 14-я, это зеленая 14. Правда, она в этом году будет работать офлайн, но эта школа в списках в нашем контракте появилась буквально в этом году. Но, тем не менее, мы там работу завершили, смонтировано 2 ПАКа, 4 камеры. Уверены, что мы обеспечим работу этих школ. Ну, может быть, любопытно будет журналистам Серова, что кроме того, еще такими современными линиями связи и видеонаблюдением оборудованы школы в Серовском районе. Это поселок Сосьва, 4 ПАКа, то есть 8 камер. Поселок Восточный, село Романово. Тоже в прошлом году в село Романово мы завели оптику. И там все условия для трансляции такие же, как вот в этой школе.